Кстати, зацените, у меня на лбу цифра 9. Да, мне не стрёмно так сделать, снять видео даже с такой цифрой на лбу, потому что я реально люблю AliExpress, это дань уважения, и AliExpress 9 лет, я там уже покупатель лет 6. AliExpress реально вот тут вот. От души просто респект и уважуха. Мэнчики и вумчики, безусловно, приветствую. Это вторая часть видео об AliExpress. Нам 9 лет, распродажа с вот такими вот скидками. Первая часть видео вышла, она есть у меня на канале. Но там буквально телефон Redmi Note 7 раскупили буквально за час. Кто хотел, тот купил. Я об этом телефоне говорил ранее, у меня есть на канале. Что ж, это вторая часть, как я и обещал. И более того, скажу, что... Вот этот телефон, который я сейчас порекомендую вам, я его сам уже заказал, и вставку моего заказа, как я оформлял заказ, вы увидите чуть-чуть далее. Донати заказывает то, что сам рекомендует, это не просто так я рекомендую. Так, нажимаем подтвердить заказ. Meizu 16664, глобальная, официальная глобальная версия. Так, нажимаем подтвердить заказ с промокодом 15810 рублей, а с кэшбэком 15400 Meizu 16, это вообще круто. Заказ оформлен. Так, как видим, мы по факту оплатили 15810 рублей. Все, что ж, дерзайте, мэнчики-вумчики. Это вообще вот такое вот предложение, я считаю. Телефон является одним из моих самых любимых телефонов. Ну, после Pocophone F1. Этот телефон называется Meizu 16. Да, подписчики моего канала знают этот телефон, потому что я о нем говорил не один раз. И оды любви ему уже воспевал ранее. И на AliExpress он стоит в основном где-то 17-18 тысяч рублей на версию 6, 64, 6 гигабайт оперативки, 64 гигабайта встроенный. Но на AliExpress в день распродажи, нам 9 лет, которая продлится еще 4 дня, можно купить этот телефон с купонами, с промокодом, который вы сейчас увидите у себя на экране. Можно купить за 15 400 рублей, да, не забываем про кэшбэк. Сам процесс покупки, как ввести промокод, как использовать купоны, увидите далее, я все это оформлю вместе с вами. Также ссылку на товар вы найдете, конечно же, в описании к этому ролику, под видео, переходите в описание и переходите, покупайте. Что ж, о самом телефоне, я думаю, говорить не стоит, потому что это офигительный экран AMOLED, это USB Type-C, это офигительный корпус, офигительная камера, то есть корпус там из металла, камера офигительная. Вот у меня сейчас Galaxy S9 Plus, я, наверное, вот заказал его и продам свой Galaxy S9 Plus и попросту перейду на Meizu 16, потому что я, ну как сказать, хочу поддерживать Meizu, потому что это абсолютно самобытная компания, они идут своим путем. Что ж, это была вторая часть данной серии роликов об AliExpress распродаже нам 9 лет, и скажу, что... Будет отличной покупкой Meizu 16 за 15400, мэнчики и вумчики. Это вот такой вот, это просто король в этом ценовом диапазоне. Если вы не хотите пропускать отличные скидки, новости, распродажи, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поддерживайте рубрику. Ну а мы с вами, мэнчики и вумчики, будем, конечно же, безусловно, на связи.